Книжная миниатюра – это вид живописи, иллюстрации в рукописных книгах, а также изобразительно-декоративные элементы книжного оформления – инициалы, заставки, маргинали и другие. При слове «миниатюра» у нас обычно возникает образ чего-то совсем небольшого, собственно, миниатюрного, маленького. Но это не совсем правильный образ, потому что слово «миниатюра» восходит к латинскому названию краски – «minium». То есть миниатюра книжная может быть на самом деле довольно крупной, сопоставимой по размеру и формату с небольшой картиной. Первые известные науки книжной иллюстрации были созданы еще в Древнем Египте. Ими стали рисунки в папирусных свитках египетской книги мертвых. Традиция сопровождать цветными иллюстрациями текст на папирусе впоследствии была усвоена иудеями и эллиническим миром, а затем и римлянами. Однако первое тысячелетие нашей эры обошлось с античными библиотеками столь жестоко, что проследить развитие дохристианской иллюстрации в папирусных свитках мы практически не можем. Альтернативной формой организации книжного пространства является кодекс, напоминающий по форме современную книгу. Массовое издание кодексов стало возможно только благодаря широкому распространению пергамента, который, в отличие от папируса, имел большую прочность. Подобная форма книги была принята на вооружение преимущественно христианами, а не носителями традиционной античной культуры. Соответственно, жанр книжной миниатюры набрал силу вместе с христианством. Наиболее ранние памятники книжной миниатюры, созданные на Западе, датируются концом IV – началом V веков. Например, Ватиканский Вергилий – это сборник сочинений знаменитого римского поэта Вергилия, жившего в I веке нашей эры, который сохранился в Ватикане. Миниатюры этого кодекса представляют собой великолепный иллюстративный ряд к Энеиде, а также отдельные жанровые сценки из Георгик. В технике его миниатюр мы встречаем те же композиционные и цветовые решения, что и в настенных росписях римских вилл и дворцов. Римский Вергилий, содержащий Георгики и Энеиду, включает в себя, помимо текста, 19 цветных иллюстраций. Миниатюры римского Вергилия сохранились несколько лучше, но стилистически они выполнены грубее, чем в ватиканском. Обратим внимание, что в обеих книгах художники модернизируют материальную культуру седой старины. На страницах этих книг персонажи одеты по позднеантичной моде. Таким образом, уже на излете античности можно наблюдать одну из важнейших черт зарождающегося средневекового искусства, а именно адаптацию исторического материала к эпохе современных художнику посредством анахронизма, вневременного восприятия того или иного сюжета. Кведленбургская Итала. Роскошная иллюстрированная рукопись Ветхого Завета на латинском языке. Она была создана в начале V века, предположительно в Риме, затем попала в Германию и была подарена Кветленбургскому монастырю в X веке императором Аттоном I. Его дочь, кстати, была аббатиссой этого монастыря. К сожалению, от книги уцелело совсем немногое. Представительным источником раннехристианских художественных мотивов в книжной миниатюре является Венская книга Бытия, датируемая VI веком. Этот кодекс, выполненный на окрашенном пурпуром пергаменте, считается одним из шедевров мирового искусства. В Венской книге Бытия мы встречаем такие сюжеты, как потоп, благословение Эфраима и Манассея, Елизер и Ревека у колодца, искушение Иосифа и другие. При этом, если в ранее упомянутых кодексах сопроводительные иллюстрации либо выносятся на отдельные страницы, либо отделяются от текста специальными бордюрами, то в Венской книге Бытия впервые наблюдается свободное совмещение на одной странице текста и миниатюры, выполняющие функции графического комментария. Важную роль в становлении романской книжной миниатюры сыграли ирландская школа иллюстрирования. Ирландцы одними из первых европейских народов познакомились с христианством. На территории острова возникло множество монастырей, в которых монахи занимались переписыванием книг. Ирландцы начали их украшать в традиции своего искусства, а именно искусства орнаментального. Так появляются на свет кодексы, страницы которых покрыты, подобно ковру, знаменитым плетеным кельтским орнаментом, в дебрях которого притаились диковинные звери и птицы. Очень интересная проблема в ирландской книжной миниатюре – это изображение человека. Это искусство прежде практически не знало подобных изображений, а теперь требовалось представить на страницах книг Христа, евангелистов и Деву Марию. В результате человеческие фигуры у ирландских мастеров получались весьма похожими на тех самых диковинных зверей из орнаментов. Следующим важным этапом в развитии книжного искусства можно назвать эпоху каролингов. Название ее происходит от имени франкского императора Карла Великого. Дело в том, что он собрал при дворе своем самых просвещенных людей Европы, и ими изучались и копировались античные рукописи. Это была первая попытка возрождения античных традиций в европейской культуре. В
кодексах начинает появляться такой истинно античный элемент, как портрет автора на первой странице рукописи. Но поскольку одной из самых распространенных в эту эпоху книг было и Евангелие, то в качестве портрета автора на их страницах появляются изображения четырех евангелистов. Кроме того, у каждого из них есть свой особый символ, который сопровождает их на миниатюре. Другим важнейшим элементом оформления евангелистских текстов становится таблица канонов. Это таблица пронумерованных эпизодов каждого Евангелия, соотносящие события и жизни Христа. Наконец, третьим достаточно распространенным элементом оформления Нового Завета становятся сцены из истории земного воплощения Иисуса Христа, то есть, собственно, сюжетные иллюстрации в современном понимании этого слова. Что же касается стиля миниатюр, то он уже на протяжении каролинской эпохи существенно изменяется в сторону более парадного. Однако изображения становятся все более статичными и схематичными. В качестве парадных красок используются пурпур и золото. Оклады кодексов представляют собой отдельные произведения искусства. Они украшены чеканными изображениями по золоту, например, распятием, драгоценными и полудрагоценными камнями, жемчугом. Новый этап в средневековом искусстве – это Оттоновское возрождение. В этот период возобновляются попытки обращения к античному наследию, но уже через призму византийских традиций. В эту эпоху Священная Римская империя достаточно тесно взаимодействует с Византией. Из византийского искусства в книжную миниатюру приходит нарядность, очень много пурпура, имперского цвета и золота, а также изящество линий. Резной слоновой кости украшали оклады кодексов. Византийская манера чувствуется и в моделировании лиц, и складок одежды. Одним из важнейших центров книжного искусства в эту эпоху был монастырь Рейхенау в Германии, из скриптория которого вышло немало прекрасных памятников. Собственно, романское книжное искусство отличается большим разнообразием стилей национальных и региональных школ. Оно не связано с некой единой традицией, единым кругом заказчиков, в нем выделяется множество различных направлений. Самые дорогие и роскошные парадные кодексы содержали в себе много золота. Появляются сложные символические композиции, связанные с развитием теологической мысли. Таковы, например, миниатюры Евангелиария герцога Саксонии и Баварии Генриха Льва конца XII века, где в виде композиции схематически представлен христианский взгляд на мироустройство. В центре в сиянии находится Христос, по сторонам от него символы евангелистов, символические изображения стихий, пророки, предвещающие явление Спасителя. Но наряду с парадными кодексами, предназначенными для королей и епископов, существовали более скромные экземпляры, рассчитанные на широкий круг читателей. Часто они были небольшого размера, украшены только трехцветными инициалами, без применения золота, а миниатюры выполнены в двух- или одноцветном варианте. Очень интересны и некоторые провинциальные школы. Особенно это касается юга Франции и Испании, где возникла совершенно особенная традиция. Одним из самых характерных памятников является Сен-Северский апокалипсис, созданный в середине XI века. В нем можно увидеть самых выразительных во всем европейском искусстве четырех всадников апокалипсиса. Для этой школы характерны очень яркие, насыщенные краски, некоторая примитивность рисунка, но при этом необычайная экспрессия. Готический стиль сложился во Франции и отсюда распространился в другие страны. Черты готики в книжной миниатюре — это мягкость складок, изящность, изогнутость фигур — начинают проявляться на рубеже XII-XIII веков. В связи с развитием городской культуры, усилением роли университетов, основными заказчиками рукописей становятся светские лица. Помимо роскошных экземпляров, создавались более доступные широкому кругу читателей книги, чему способствовало появление в XIII веке бумаги. Дешевизна таких книг поспособствовала некоторой небрежности их оформления. Расширяется также тематика книг. Особой популярностью пользуются скромно оформленные библии карманного формата, а также и роскошно иллюстрированные, морализованные библии, бревиарии, часословы и псалтыри. Наиболее значимым и характерными памятниками эпохи являются манускрипты, созданные в придворных скрипториях, например, псалтырь Людовика Святого и бревиарий Филиппа Красивого мастера Анаре, в которых отчетливо прослеживается последовательность ансамблевого решения. Влияние витража сказывается в цветовом строе, объединяющем локальные красные, синие и зеленые цвета на золотом фоне. В книжной миниатюре появляются маргинальные изображения развлекательного и поучительного характера, которые называются дролери, и формируется композиция с подстрочной миниатюрой. В миниатюрах рукописи XIV века впервые намечается переход от плоского изображения к пространству и объему. Прежде всего, этот процесс ощутим на примере пейзажа. В результате фигуры становятся объемными, в ландшафте же ощутима слитость переднего и заднего планов. Неточности в передаче перспективы окупаются чистотой цвета и жизненностью образов.
В Европе в эпоху Возрождения широко иллюстрируются сочинения гуманистов, например, «Триумфы Петрарки», и античных авторов, например, «Иудейские древности» Иосифа Флавия. В эпоху позднего Возрождения возникает портретная миниатюра, которая выполняется вначале на пергаменте или слоновой кости в виде вставок в кулоны и медальоны. Позднее, в XVIII веке, в моду входят миниатюрные портреты на эмали и фарфоре. С развитием книгопечатания специфика жанра окончательно нивелировалась, и миниатюрой стали называть любую картину небольшого формата. В XV веке одновременно с печатной книгой появляется гравюра. Гравюра – это вид графического искусства, произведения которого в завершенном виде представлены печатными оттисками. Как новый вид искусства, доступный в силу дешевизны, гравюра чрезвычайно быстро набрала популярность. В то время как книжная миниатюра носила индивидуальный и штучный характер, гравюра была ориентирована на массовое потребление. Она стала первой иллюстрацией в книге, сначала в виде ксилографии, гравюры на дереве, а затем и резцовой гравюры на металле. Сюжеты гравюры столь же многообразны, как и сама жизнь. Вслед за традиционными религиозными сюжетами в ней появляются образы античной мифологии, виды далеких стран, портреты правителей, светских и религиозных деятелей, писателей, художников, изображения флоры и фауны, модные картинки и календари, карты, чертежи, сады и парки, знаменитые памятники древности. С одной стороны, гравюра лаконична, здесь нет ничего лишнего, все продумано до мелочей. С другой, работы гравёров полны намеков и иносказаний. Все имеет метафористический смысл, каждый предмет в соответствии со средневековой традицией соответствует определенному понятию. Мартин Шонгауэр – немецкий живописец, рисовальщик и гравер периода раннего Возрождения. Около 117 гравюр создал он за свою жизнь, будучи первым в Германии значительным мастером, владевшим резцом с уверенностью и удивительной свободой, умевший преодолевать все технические трудности и внятно передававший свои прочувственные, благородные, иногда даже величественные композиции. В своих эстампах он изображал не только религиозные сюжеты, но также жанровые сцены животных, орнаменты. Мастер Э.С. – неизвестный по имени немецкий гравер и ювелир эпохи поздней готики. Вместе с Мартином Шонгауэром считается одним из первых немецких граверов. Художнику приписывается большое число гравюр на религиозные темы и некоторое количество жанровых сцен, особенно любовных, также изображения литер алфавита, гербов и так далее. Изображения носят преимущественно плоскостной, орнаментальный характер. Им были созданы значительные технические разработки, например, более глубокие надрезы резцом позволяли производить большее количество оттисков. Использование штриховки для изображения светотени также было придумано им. Многие фигуры на его гравюрах имеют искаженные позы даже в состоянии покоя. Художник также любил заполнять гравюры большим количеством декоративных деталей, иногда перегружать композицию. Альбрехт Дюрер. Он прославился уже в раннем возрасте своими гравюрами и сегодня считается наиболее известным из художников эпохи Возрождения. Дюрер произвел полный переворот в технике и стиле гравюры XVI века. Дюрер стал первым немецким художником, кто работал одновременно в обоих видах гравюры – на дереве и на меди. Необычайной выразительности он достиг ксилографии, реформировав традиционную манеру работы и использовав технические приемы, сложившиеся в гравюре на металле. До Дюрера в ксилографии господствовал контурный рисунок. Он же передавал форму предметов, объем и светотень при помощи разнообразных штрихов, что усложняло работу резчика. Его главные листы «Меланхолия», «Адам и Ева» являются гордостью не только частных, но и музейных собраний. Особенно известны гравюры Дюрера, иллюстрирующие корабль дураков Себастьяна Бранта. Помимо традиционных, библейских и новых античных, Дюрер разрабатывал в гравюре бытовые сюжеты. Крупными мастерами репродукционной гравюры в Германии 17 века были Эгидий Саделер и Лукас Киллиан, представители двух больших семейств художников. Для стиля Саделера характерна чистота и четкость линий, искусственная тонкость работы, нежный серебристый тон гравюр. Свои первые гравюры он создавал по образцам, взятым из классического репертуара. Это были работы Рафаэля, Тициана, Дюрера и других. Позднее он работал над собственными сюжетами, пейзажами и портретами известных личностей из окружения императора Рудольфа II. Лукас Киллиан – немецкий рисовальщик и гравер, мастер орнаментальной гравюры. Его орнаментальные композиции – гротески, в которых ощущается эволюция стиля от Ренессанса к барокко. Своеобразный графический стиль Луки Киллиана раскрывается в гравюре «Воскрешение Лазаря», воспроизводящей картину Йозефа Хейнца. Тщательность исполнения свидетельствует о большом техническом мастерстве Киллиана.